привет! Сегодня у нас не совсем обычный тест-драйв и не совсем обычное место. Находимся мы во Владимирской области, возле усадьбы Муромцева, построенной графом Храповицким. Видите, вот этот прекрасный замок, построенный в таком псевдоготическом стиле. А поводом, чтобы приехать сюда, стала российская презентация нового Mitsubishi SX. Ну, почти нового. Точнее, обновленного. В общем-то, сегодня мы узнаем, что изменилось в этой машине. Наш тест-драйв проходил по территории Владимирской, Рязанской и Московской областей. Маршрут пролегал по региональным трассам, пересекающим Мещеру. Огромный национальный парк, известный своими таежными лесами, чистыми реками, озерами, болотами и мшарами. Мы проехали порядка 450 километров по пути из Владимира до Москвы и посетили достопримечательности в Судогде, Гусехрустальном, Спасклепиках и Воскресенске. Небольшие городки Мещерской стороны до сих пор хранят в себе частицы истории дореволюционной России. Когда-то в тихом и задумчивом лесном крае кипела жизнь. Но вернемся к нашему герою. Для знакомства мы выбрали переднеприводную версию ASX с бензиновым двигателем 1.8 мощностью 140 сил и вариатором. А почему не полноприводную версию? Потому что в нашей стране львиная доля продаж приходится именно на моноприводные модификации. Как и следовало ожидать, изменения во внешности носят чисто формальный характер. Говорят, у машины изменился дизайн. Но я думаю, что все отличия только увидит владелец предыдущего ASX. Это новый передний бампер, новая решетка радиатора, хромированная окантовка, новые блоки противотуманных фар и хромированная окантовка у передних фар. Вот, в общем-то, и все. Но это спереди. При взгляде сбоку старую и новую версию вообще не отличишь. А сзади у нас изменения следующие. Это новый бампер и вот эти вот кругленькие катафотики. Но, как показывает статистика, предыдущий ASX покупатели брали в первую очередь за дизайн. Может быть, именно поэтому на этот раз японские стилисты решили немножко отдохнуть. Для того, чтобы увидеть все новшества в интерьере рестайлинговой модели, вам также придется либо обратиться за помощью к прожженному ASX-оводу, либо напрягать глаза, штудируя изображение с внутренним убранством старой и новой машины. В салоне, как вы догадались, изменения с гульки нос, но они есть и, скажем так, сделали интерьер симпатичнее. В первую очередь, это новый руль, который достался от Mitsubishi Outlander. Все те же функции и все те же кнопочки. Второе новшество – это новое поколение мультимедийных систем. Такие вполне красивые приборчики, всего две кнопки. Все остальное управление выведено на сенсорный дисплей. В нашей версии, это версия InStyle, здесь нет навигации, это только для топовой модификации. Все удобно, все красиво, но есть два минуса. Первый, кнопки некоторые слишком мелкие, не всегда попадаешь, поэтому мы нашли решение. Вот таким стилусом тыкать, и сразу становится все удобно. А второй минус, это то, что наша система не переведена на русский язык. Может быть, где-то это и можно настроить, но, честно, в настройках я так и не нашел. Есть еще два нововведения в салоне. Первое – это вот такие блестящие вставки в дверях, которые должны добавить салону эдакий налет премиальности. Выглядит действительно хорошо, но вот если бы еще вот эта часть была бы сделана из мягкой пластмассы, было бы куда круче. Второе нововведение я не смогу показать, но смогу объяснить. Теперь в полноприводных версиях установлена одна кнопка, на которой написано 4WD. То есть всем остальным управляет автоматика. Вот, если помните, на прежних версиях была рукоятка с тремя режимами, но теперь все отдано на откуп электронике. Вот, к сожалению, почему не могу показать, потому что у нас переднеприводная версия, и здесь у нас такая стоит заглушка ниша. В остальном же салон сохранил все достоинства и недостатки предшественника. Приличные отделочные материалы и достойное оснащение, но при этом тесноватые и не самые удобные пассажирские места. У водительского кресла неплохой профиль. Достаточно мягкие сиденья с широко расставленными валиками боковой поддержки понравятся упитанным людям, а вот худощавых такое положение вещей вряд ли устроит. Но и толстые, и тонкие сойдутся в том, что подушка у кресел коротковата. К тому же спинку кресла нельзя поставить вертикально, а рулевая колонка регулируется в узком диапазоне. Амфитеатр ASX рассчитан лишь на двоих. Здесь достаточно места для ног, но не очень удобно. Мешает вертикально расположенная спинка и, опять же, короткая подушка дивана. Багажник у Mitsubishi все так же невелик, ведь солидную часть пространства съела полноразмерная запаска с органайзером под фальшполом. Объем отсека составляет средненький 415 литров. Что ж, пора в путь.
Мещерский край отлично подходит для небольшого путешествия на машине. Низкая загруженность дорог и приемлемое качество асфальта делают поездку приятной и неутомительной. Эти места воспевали в своих произведениях Есенин и Паустовский. Как писал Константин Георгиевич, в Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен, так же, как картина Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы. Он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тянулся некогда от Полесья до Урала. И переднеприводный SX неплохо вписался в концепцию такого путешествия. Тандем 140-сильного мотора и вариатора работает слаженно. Трансмиссия своевременно реагирует на перемещение педали газа и позволяет эффективно тормозить двигателем. К слову, линейка силовых агрегатов не изменилась, однако... На обновленном SX японские инженеры добавили одну интересную функцию, связанную с вариатором. Как известно, у бесступенчатых трансмиссий есть один минус с точки зрения комфорта. Когда вы набираете скорость, двигатель зависает где-то на 3 или 5 тысячах оборотов, в зависимости от положения педали газа. Получается слишком шумно. Так вот, в нынешней версии вариатор работает как коробка-автомат. То есть при переходе с одной квазификсированной передачи на другую падают и обороты у двигателя. С точки зрения цифр динамика не изменилась. А вот по ощущениям разгон стал более привычным и естественным. Конечно, 140-сильный SX мог быть и пошустрее. Первую сотню машина набирает спустя 13 секунд. И тем не менее, возможности силового агрегата достаточно для уверенного передвижения и по загородным шоссе, и по скоростным автомагистралям. А уж в маленьких городах тяги мотора 1.8 хватает за глаза. А вот по части комфорта и управляемости автомобиль точно стал на ступеньку лучше своего предшественника. Также изменения произошли с задней подвеской. Изменились втулки задних продольных рычагов для снижения вибраций, а сами продольные рычаги стали жестче. Все это должно добавить больше комфорта и лучшую стабильность при езде по неровным дорогам. И действительно, эффект есть. Машина уже не так гуляет по полосе. Подвеска у кроссовера плотная. По дорожным неровностям Mitsubishi скачет уверенно и не досаждает, как прежде, раскачкой. Автомобиль не сильно кренится в поворотах, а при активной езде всегда остается понятным и адекватным в управлении. Однако признаемся, что львиная доля изменений произошла еще в 2011 году, когда инженеры основательно перетряхнули переднюю и заднюю подвеску, усилители рулевого управления и систему стабилизации. Также инженеры поработали над снижением неподрессоренных масс. Теперь механизм стояночного тормоза интегрирован в тормозной суппорт заднего колеса. Конструкция вся стала легче где-то на 3 с лишним килограмма. Но сказать, что на практике что-то изменилось, нельзя, потому что на нашей машине установлены шипованные шины Кумхо, а они дают много шума и вибраций, в том числе, когда едешь по асфальту. Что касается бездорожья, то кроме нового алгоритма в управлении полноприводной трансмиссией ничего не изменилось. Показатели геометрической проходимости остались на прежнем уровне. Клиренс приличный – 19,5 сантиметров. С такими данными машина уверенно себя чувствует на любом тракте и проселке. Главное, чтобы грунт под колесами был твердым. В целом, как вседорожник, Mitsubishi ASX неплохо показал себя в поездке, но без косяков не обошлось. Во время нашего теста мы обнаружили один недочет у машины. У нее запотевают передние фары. Все вроде бы ничего, но пробег у машины меньше 2000 километров. Однако эта мелочь не подпортила общего впечатления от машины. Сказать, что ASX нам понравился, было бы слишком, но и негативных эмоций он не вызвал. В этом кроссовере нет ничего такого, что могло бы раздражать владельца. Машина достойна той популярности, которую заслужила за предыдущие пару лет, а нынешний рестайлинг поможет поддержать хороший спрос на эту модель. Что ж, пора подводить итог. В целом, как и следовало ожидать, никаких революционных изменений с этой машиной не произошло. Японцы лишь добавили такие легкие штрихи к портрету, которые сделали ASX более приятным с потребительской стороны, но не более того. Ну а что касается нашего путешествия, а это около 400 километров, то машина преодолела их легко. Дороги были разные, был и снег, был и лед, были ямы, но признаемся, что с асфальта мы далеко не съезжали.
Потому что неважно, есть ли полноприводная трансмиссия или нет ее, и какие бы изменения с ней ни произошли, на бездорожье на этом автомобиле лучше не соваться.